называется весна. Сколько сердце больного мне лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Ура! Небольшое собрание нашего бард-кафе «Поющий родник». Он же клуб гитарной песни «Оранжевый кот». Ну и разумеется, здесь собрался актив. Приглашали и других ребят, друзей. Но вот, ну и не все. Ну, актив здесь. Самые-самые боевые, так сказать, единицы. Я ничего лишнего не искал. И боевые единицы на месте. Мария только что. Так сказать, да, из путешественников, так сказать, вот на корабле, по-моему, где-то, да. А вот Паша, как живой, как живой. И гитара. И в моей рубашке. Потому что на него сейчас вылили соус. Вот, и он уже в моей рубашке. Паша, ты знаешь. И гитара прием. И гитара прием. Профессор Лапур. Тихо-тихо-тихо, какая разница, какой дом, неважно. Таня сегодня произвела очередную презентацию своей, так сказать, замечательной книги, достойно тоже президиума, возглавляемого ею Союза писателей. Вот. Или не возглавляемого, Таня? Ну, вот смотрите, вот. Да, разноцветное семейство. Вот мы сегодня решили вслух читать, да, сегодня это произведение. Таня, ощущения? Ты сегодня разделась под музыку, как известно всем. Я имею в виду Галя, прости. Народ к разврату готов. Очень жарко было, простите, очень жарко. Очень жарко. Посмотрите, самое, так сказать, самое удивительное декольте за столом, да, Машенька. Так, что у нас? Мы же обсуждаем в том числе, когда у нас будет следующий концерт, посвященный военной песне, да? У нас бардов. Есть военная песня. Да. Мы хотели еще Катю Барановскую. Планов громадью. Будем все. В феврале, вероятнее всего, будет Катя Барановская. Да. И я это видео записываю в том числе как обращение в нашей группе Бард-кафе, да? Значит, когда мы очередной раз можем заявить о концерте? Так, потрясающий автор. В конце февраля, вероятнее всего. В конце февраля, последнее воскресенье. Последнее воскресенье февраля? Да, я надеюсь, мы еще уточним. Так. Приезжает Екатерина Барановская из города Иркутска. Автор, исполнитель, прекрасный гитарист, прекрасный вокалист. И замечательные песни она пишет. И просто хороший человек. Слушай, она покорит наш город? Мы надеемся, что понравится. А-а-а. Хотелось бы, чтобы побольше людей послушали автора нового, неожиданного, наверное, для всех, потому что она все равно новые авторы отличаются от классики жанра. Отлично. В общем, клуб жил, клуб жив, клуб будет жить. Ура! Аплодисменты! Ура!